Хунайлинском районе Мангыстауской области активно возводят дома по программе «Доступное жилье». В селе Мангыстау 12 многоэтажек уже готовы к заселению. Вскоре новоселье будут отмечать почти 300 семей. Еще 8 домов сдадут в эксплуатацию весной следующего года. Ежегодно здесь появляется 150-170 тысяч квадратных метров жилья. Когда-то здесь было всего 6 тысяч частных домов, а теперь уже более 25 тысяч. Ельмухамедовы осматривают свою новую квартиру, думают, как расставят мебель и приглашают родных, чтобы показать покупку. Трешку в 62 квадратных метра семья решила приобрести в кредит. Устали снимать дом за большие деньги. Совсем скоро супруги будут праздновать новоселье. Мы долго снимали жилье, в месяц уходило более 30 тысяч тенге, плюс коммунальные услуги. Это большие расходы. Сейчас накопили деньги на депозите и взяли квартиру в кредит. Она оценивается в 6 миллионов тенге. Очень рады, ведь теперь деньги будут уходить не в воздух, а в счет оплаты нашего собственного жилья. Летом отопление отключается, и чтобы наши жители нашего района спокойно могли искупаться, помыть посуду, дополнительно установлены бойлеры, ванна все в комплекте, душевой все есть. Пожалуйста, приходите, живите, все готово для заселения. Начальник участка Курманбай Мейилов в строительной сфере уже более 40 лет. Он с гордостью демонстрирует новые квартиры. Его организация отвечает за возведение 2 домов из 12. В каждом доме будет 4 этажа и 24 квартиры. Закончили строительство 2 жилых домов 4-й классности. Здесь привлечены материалы наши, казахстанские, 98% наши местные материалы. Весь материал в основном наш. Здесь привлекались рабочие Хунайлинского района, Мангистауской области, из города здесь, с Актау привлекались. Работало где-то в этих сданных объектах, где-то 120 человек работало у нас. Здесь 48 квартир мы сдали, полностью готовые. Человек зашел, спокойно может постелить свои постели и спокойно жить в нем. Весной следующего года здесь отметят новоселье почти 200 семей, которые получат квартиры в 8 новых домах. Мы создали план работы по уменьшению числа семей, нуждающихся в жилье, и активно ведем строительство. В Актау цены на 1 квадратный метр жилья начинаются от 140 тысяч тенге, у нас 100 тысяч тенге, то есть на 40% дешевле. Кроме того, ежегодно приобретаются 150 квартир для специалистов, приехавших по программе с дипломом в село. Сейчас в селе Мангыстау идет строительство общежития семейного типа на 100 мест. В будущем планируют начать возводить еще 30 домов. Проектно-сметная документация на них готовится. Еще 4 дома ведут в эксплуатацию в соседнем селе Батыр. Тамара Степанова, Салмат Бекбаев, Мангыстауская область, Хабар 24.